Годы тренировок, травмы, больные мышцы. Делать то, что тяжело. Делать то, что не всегда хочется. Преодолевать себя. Выкладываться на тренировки. Чтобы стать лучше, чтобы стать сильнее. Быть частью команды. Но все это уходит на второй план, когда я выхожу на лед и наступает тишина. Чтобы играть и получать удовольствие, потому что каждый день моей жизни, каждую минуту я именно та, кто я есть. Дома, в университете, со своей семьей я делаю то, что определяет меня в настоящем и формирует мое будущее. И главное, я люблю хоккей. 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 Люблю хоккей. Я люблю хоккей.